Тебе скушать хочет? Мы собираемся завтракать. Очень вкусный рулет Саша на маму приготовила вчера. Масло, сыр, колбаса, как обычно. Фруктики. И вот наша каша. Пшеничная каша на сегодня. Остывает пока. А то Климка быстро все перевернет. Фонтан. Вот. Да, да, это фонтан. А я сдалека подумала водопад. Это что, Клим? Ура! Ой-ой-ой! Что там? Покажи! Это ракета полетела! Поехали! Высоко-высоко-высоко-высоко! Мама! Сынок, ты мне расскажи, куда ты идешь? Как ее выносить? С бабой в магазин за помидорами, скажи. Магазин! Не хочешь в магазин? Да. А куда хочешь? К дяде, да? К дяде в магазин. Вспомнил. Все, скажи маме пока. Тебе сколько молока надо? Чуть-чуть. Не. Скажи, мама, дай молоко. Не. Что ты хочешь? Молока. На. Только осторожно пей. Папа! Чуть поверни его сюда. Климка проснулся. Весь мокренький. Кто тебя испугал во сне? Расскажи. Сына. Баба. Что баба тебя испугала? Где? Что она тебе сделала? Ну, ругала. Сына, где? Тебе что приснилось? Кол. Кто? Кол. Это кто? Кол. Кровь приснилась? Я кол. Это что такое? Покажи, кто. Укол, папа. Укол приснился? Да. Ай-яй-яй. Это что такое? И он тебя напугал? Поэтому ты проснулся? Здесь баба? Да. Смотри. Отлежал. Отлежал, бедненький. Всем привет. Мы только что с Аней сняли челлендж, который называется Touch My Body. Дотронься до моего тела. Не знаю, посмотрим, что получится, но, в принципе, мы посмеялись неплохо. Ну, какой-то дурацкий челлендж все-таки. Вчера я выложила влог, как Климу делали прививку, и посыпалось много вопросов, комментариев по поводу прививок, как я отношусь к этому. Мы всегда делаем все прививки, я стараюсь не заморачиваться. Я ни разу не видела ни одной передачи о негативных отзывах о прививках. Моя мама за прививки. И доктор Комаровский за прививки. Вчера даже усомнившись, я пересмотрела несколько передач Комаровского. Я ему верю, я чувствую логику в его словах. И даже не хочу слышать и видеть передачи, которые против прививок. И я доверяю только тому, кого знаю, в чьих словах вижу логику. А тех каких-то неких шарлатанов, которые наверняка существуют и которые доказывают людям, что прививки – это плохо – я даже не хочу слушать, смотреть и заморачиваться, правда. Я выросла на прививках, мои братья, родители, все-все-все. Я, конечно же, не осуждаю тех людей, которые не делают своим детям прививки. Это их выбор, их право. И тем более, что среди привитых людей очень мало вероятности заболеть той или иной болезнью. Так что желаю вам всем здоровья, чтобы ваши детки не болели. Будь то делаете вы прививки или нет. Мы только что с Саней сняли видео, идем домой за Климом, потому что родители нас пригласили на плов. Клим любит плов. Наконец-то Клим покушает плов. А, плов, да? Ага, классно. А я плов ел. Ах ты засранец. На барахолке. Че, вкусный? Стоит того? Да, прикольно. Жирный сильно? Нет, кстати, не сильно жирный. Да. Мясо такое грамотное. Я прям хочу с салатиком, с лучком. Да, я не тоже кладу сверху там. Огурцы, помидоры. Мы когда с Аней были на строительной барахолке, первый раз мы видели плов, но не решились покупать. Потом мой брат говорит: вы чё, там очень вкусный плов. Говорит, что со своей женой собирается специально поехать на барахолку, чтобы покушать плов. И мы думаем, надо попробовать. И каждый раз, как мы были, либо поздно, либо рано, либо просто найти его не можем. И вот сейчас Саня нарвался.
И попробовал. Папа, спой песенку. Мака, мака моя. Это ты. Да-да. Даже папу заразила эта песня. Заразная. А ты еще пока не поешь? Она острая, ее с пловчиком можно. Не, дай ему мамина сладкий, приправа. Сладкий. Она сладкая, да, что ли? Горькая, скажи, да? Горькие. Ура, плов с пупками. Будешь? Пупками никто не говорит. Зачем? Вкусно? Да. Не, мама. Еще будешь? Да. Приправки? Дед сейчас дашь тебе. Скажи, дед, дай. У него почему-то глобус – это бог. Вкусно? Да. Ему говорили покушать с приправой. Вкусно, да? Давай поближе, сядь. Да. Вот так, кушай. Сына, ты что делаешь? Печай макарки. Попил чай, пилот? Да. Все. Пить чай. Все. Теперь ты будешь... А, еще пилот хочет? Да. Все. Все. Все попил, а маки дашь чай? Да. Мяу! Мака не хочет почему-то. Маака. Как зовут его? Сим. Это маленькая мака? Да. Скажи, маленькая мака? Сахар. Скажи, сахар? Да. Скажи, что там лежит? Сахар. 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 Скажи, сахар. Сахар. Скажи, маленькая маска. Ой. Баба будет пугать, если разобьешь. Сахар. Убежал, позови его. Пилот сейчас здесь спит, ему здесь теплее, и в сумке теплее. Целует его. Нальешь маме чай с сахаром? Да. Ой, как чая хочется. Да. Спасибо. Да. Ой, нет. Какой вкусный чай! Мяу-чай! Он маленький? Он такой нежный всегда к нему. Да. Он аккуратнее надо. Да? Он вырывается? Он всегда его хочет целовать. Давай. А ты поцелуешь его? И маку. Мака сразу кричит, сучка такая, мака хорошая. А давай мне папа. Мне маку, а тебе пилотика, да? Да. Давай. Поделились. Папе ба, а Климу ма, да? Я точно. Ма. Он так аккуратно его держит, я не могу. И он даже глаза закрывает, мой хороший. Мама. Нежность такая. Ой. Главное не обидеть пилотика. А то он будет очень сильно плакать. Мака, мака вот засунка. Любимая поза собаки и ребенка. Все удовлетворены. Боже мой, у нас две собаки, я не могу. Да эти две по размерам меньше, чем одна нормальная собака. Да, сына?
Аккуратней, да? Ай! London Bridge is falling down, falling down. Has fallen down. London Bridge has fallen down, falling down. Ты же сам хотел я. Давай позвони. На пивотика смотри, не упади. Высоко хочешь? Ура! Высоко, высоко! Клим, скажи высоко! Ура! Сегодняшний комментарий дня пишет Ирина Спот. Катя, как вы относитесь к конструктивной критике на YouTube? Многие блогеры блокируют за это сразу. Я так поняла, что Ирина имеет в виду критику подписчиков. Например, недавно мне девушка написала, что ребенка нельзя сажать вперед, несмотря на то, что он в детском кресле, если не отключена подушка безопасности. Я даже у Сани спросила, правда ли это. Он мне ответил, что подушку безопасности надо отключать только в том случае, когда ребенок сидит спиной. Даже когда про прививки мне многие писали, что прививки это вредно, плохо и так далее, я начала сомневаться и пересмотрела передачу Комаровского. Вот так что на подобную критику я нормально реагирую абсолютно. Конечно же, если мне пошлости начинают писать, я их вижу, я всегда удаляю. Пишет Яна Легенда. Катюша, прекрасный влог, впрочем, как и всегда, спасибо большое. Специально иногда ставлю будильник, чтобы одной из первых посмотреть ваш новый влог. Утро уже не удается без просмотра вашего видео. Спасибо, Яночка, большое. Это действительно очень много для меня значит. Это не просто так. Все вы занимаете какую-то частичку в моем сердце, так же, как YouTube. Спасибо еще раз огромное. На сегодня все. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока.